Неделя пленэра и каждый день открытия. На съемочной площадке фильма «Тобол» юные художники из Тюмени погрузились в 18 век. Вместе с педагогами почти все работают с современными материалами. Екатерина Степанова с помощью аэрографа выдувает интересный пейзаж. Погода быстро меняется свет. Нужно схватить, уловить. Плюсы – это свежий воздух, это все натуральное, все такое живое. Это, конечно, плюс. Заряжает очень сильно детей. Детский пленэр «Ангел Сибири» проводится в 7-й раз. Участники приехали из Тюмени, Екатеринбурга, Сургута. Подобно птичьим стаям, ребята разместились на туристических маршрутах города. Мы были у Кремля, мы там здания рисовали, мы рисовали природу, мы были в Абауахе. Мы могли рисовать, чем хотели и что хотели. Работая все в одном месте, каждый видит его по-своему. Кто активен и глубже погрузился в исторический материал, находит неожиданный ракурс. Тобольск – настоящая мекка для художников. Много памятников, уникальный ландшафт позволяет, как на машине времени, перемещаться из века в век. А работы в июне появляются с хорошим настроением и наполненные воздухом. После года обучения на первом в жизни пленэре ребята показывают интересные работы. Даша Кокшарова графически точно изобразила храм линерами. Ну, тут так свежо, хорошо. За 6 дней я написала 7 работ, считая вот эту. Из пленэрных зарисовок могут получиться основательные работы, но и сейчас они имеют художественную и историческую ценность. Каждый пленэр – это человек знакомится с этим местом, потому что он останавливается, жизнь начинает течь вокруг него, солнце двигается, и он, допустим, 3 часа находится в диалоге с этим местом. Этот опыт дорогого стоит. Тобольск в разных ракурсах представили в выставочном зале школы искусств имени Алябьева. Работа жюри отбирала с большой строгостью. Хотелось бы больше живописности, потому что живопись – это цвет. Это не просто раскрашенный силуэт. Гран-при единогласно присудили студентке Тюменского государственного университета Юлии Булановой за ее подборку этюдов. Знакомые тобольские пейзажи смотрятся по-новому. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.